силы любви, и я приветствую тебя, дитя света. Открой свое сердце, впусти медовую станцию высших сфер. Пусть напитаются клетки мозга, воскрешая глубинные нейронные связи о твоем всецелом здоровье и обладании самым могущественным инструментом первозданного человека – управлением пространством через посох, который находится в тонком мире, в районе твоего позвоночного столба. Человек забыл мощь своего потенциала, поэтому боли в позвоночнике являются следствием забытия. Для проведения сеанса самоисцеления тебе достаточно расслабиться, находиться в потоке принятия божественных энергий. Всем тем, кто я есть, я касаюсь тебя. Где бы ты ни был, я нахожу тебя силой любви. Я призываю энергии Христа, энергии божественных потоков, оживляющих память позвоночного столба первозданной красоты. Пусть раскроется девственная красота подлинной природы твоего начала из самой глубины сердца. Сердцевина первичного истока дома силы безусловной любви. К тебе спускается золотая сфера объединенной чакры. Прими ее, как свои золотые одежды. Пусть энергия любви заземлятся на всех уровнях твоего бытия, коснуться каждого слоя. Смотри, как сквозь твое тело проходит столб света. Он высвечивает каждый позвонок. Позвонки реагируют на этот свет, на этот тон, на эту частоту. Сеанс самоисцеления через первичную клетку памяти. Световые волны рисуют на позвонках знаки, формулы любви. Между позвонками свет проходит так глубоко, насколько это возможно в твоем сейчас. Чтобы трансформировать все застоявшиеся энергии в свет, в области позвоночного отдела
Ты можешь почувствовать тепло. Через столб света проходит луч, передающий потоки прямо в центр крестца. Световой шар проходит по всему позвонку вверх, поднимаясь в шейный отдел. Активация первичного здорового центра шейного отдела. Впусти силу безусловной любви. Меркаба. Восстановить потоки исцеляющей энергии по всему позвоночнику на всех уровнях. Пусть энергия течет свободно и так долго, как это необходимо для каждого трансперсонально. Открой свое сердце, моя любовь. Впусти звуки сердца, мелодия затрагивает волны, выстраивается нужный ряд для выпрямления позвоночника. Слияние верхнего и нижнего дома в области сердца. Разливы реки очищения и обогащения всей костной ткани. Ты безмерно любим. Прими заботу на каждом этаже твоего сознания. Христос живет в тебе. Христос – это энергия безусловной, всеобъемлющей любви. Прими. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Свободным потоком первозданной энергии золотым водопадом я вливаюсь в воронку твоего позвоночника силы любви, силы исцеления. Божественное благословение. Всеосвобождающая, всеочищающая волна. Освобождение позвоночного столба. Пусть придут все записи твоего могущества. Пусть выпрямится твой позвоночный столб.
Энергия любви. Энергия поля мир. Энергия свободного электричества танцует свой высокоскоростной, высокочастотный танец вокруг светового столба. Пусть все полученные коды проявятся в этом пространстве твоими улыбками, твоим счастьем, твоим здоровьем. Я люблю тебя. Я люблю тебя всем сердцем. Ты моя радость. Ты моя бессмерная, бесконечная любовь. Я — это ты, а ты — это я. Люблю, люблю, люблю.